Привет всем, ребята! Канал Владелец Аквариума, я Дима и 5-литровый аквариум. Что с ним происходит на сегодняшний день? Итак, креветка, по-моему, снова с икрой, если я не ошибаюсь. Хотя я могу ошибаться, но... В общем, все креветки живы, все нормально. Немножко, конечно, тут аквариум подзарастает ксенококусом и так далее, но я его не трогаю. Из-за вот такого расположения лампы начал расти игольчатый этот мелкий сетняк карлика. Вот он начал вот тут, не знаю, видите, пробиваться от задней стенки вот тут между коряшками прорастать. Вот креветка там видно, он панцирь лежит полиняло. В общем, все нормально тут. А ну-ка посмотрим. Да, смотрите, она с икрой. Недавно я отравил тут планарию в 3 захода и добавлял еще один препарат. Об этом я расскажу. По растениям. Значит, криптокарина начинает набирать обороты. Выпустила он свежий листик один посередине. Скоро пойдет. Карликовый сетняк этот начал расти. Монте-Карло сидит. Ну, будем посмотреть дальше. Вот, водичка немножко мутная. Я вчера делал подмену. Вот тут еще остатки этого порошка, который вот в планарии. Значит, смотрите, ребята, что я применял. Спасибо Паше за совет. Вот такой препарат называется Бенибаши Планария Zero. Он на натуральной основе. Так, у меня тут есть даже шпаргалка. На основе чего? Он содержит бетель-нут, измельченный орех пальмы бетель. Ну, хочу вам сказать, креветки все живы, планарии все мертвы. Но тут я еще заметил, вот когда включаю свет, не знаю точно или нет, это, ну, подскажите мне. Вот тут вот из грунта, именно под передним стеклом, червячки вылазят. Мне кажется, это трубочник тут завелся. Именно вот когда включаю свет. Потом, когда свет включился, они прячутся, им свет не нравится. Вот, но планария отсутствует, она погибла. Также я добавлял вот такой витамин. Называется генчем аминовита П. Вот, также на натуральной основе этот препарат. Производитель этого препарата, по-моему, то ли Масура, ну, какая-то японская фирма, на развес он продается по 5 грамм. Значит, тут протеины, жиры, клетчатка, пепел, 17 аминокислот. Креветок стимулирует к размножению. Действительно, я добавил чуть-чуть его сюда, и вот креветка уже стала с икрой. Ну, может быть, совпало, а может быть и нет. Специально для того, чтобы эти все прибамбасы добавлять в аквариум, купил вот такие маленькие весы, вот, чтобы 0,002 грамма взвешивать. Но, к сожалению, они, хоть тут и указано, что точность там до 100 грамм, от 1 до 100 грамм, полграмма они взвешивают, меньше чем полграмма нет. Ну, может быть, для чего-то пригодятся, но не для этого корма. В общем, корм я просто начал делить там одну ложечку на 10 частей и приблизительно добавлять. Вот. Пока не разбираю этот аквариум, хотя уже порывался несколько раз, но мне вот интерес просто распирает, как же он тут будет существовать, как же все тут разрастется, поэтому я не трогаю. Креветки себя чувствуют нормально, и растения, это самое главное. Поэтому будем смотреть развитие. Вот, по этому 5-литровому аквариуму пока все. Так что ставьте лайки, оставляйте ваши комментарии, советы, спрашивайте. И всего доброго!